Друзья, всем привет. И продолжаем. Так, берем следующее задание. И задание у нас там будет. Два задания осталось. Базуку мы взяли. Значит, можно выполнять. Так, убить полковника. Начнем с него тогда. Так, две точки. Ну нифига, чё не так далеко-то мне. Это нам, значит, надо разворачиваться и скакать и скакать. А здесь что у нас? Туалет. Ха-ха. Бедолага, что-то мусорный бак. На-на-на. Ладно. Так. Куда нам, значит? Правильно же посмотрел? Да. Вот наша базука, ракетница. Костюмчик взяли новый. Винтовка с прицелом. С двойным. Так, блокпост. Проскачиваем, не будем. Патроны тратить на них. Давай, 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 по два. Свечи. Тревогу подняли. Теперь с ними пускай там. У нас задача другая. Так, еще один блокпост. Так, нам сейчас... О, они движутся, что ли? Нам и так-так надо здесь проскакать. Так, стоп, почему оружие-то? Ну, вроде маленький, прорвемся. Опа, газуй. Да-да-да-да-да. Ты нас увидел. Молодец. Опа, опа. Упали в тебя. Быстрее, быстрее. Ранили. Так, спереди у нас там будет большая база. Где-то она. Давайте поехали. Пока здесь нет, можно пользоваться. Так, вот она здесь. Нам сворачивать. Хорошо. Попробуем сейчас обойти их. Без шума. Вот они стоят. Быстрее, 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 по два. Машины еще у них. Блин, не сюда. Помню, надо вниз, вниз, быстрее. Помню, да, это база казармы идти. Да, мне нужно сейчас. Так, бомбили уже, перебомбили всех. Так, где-то должен быть поворот. Тот, наверное, следующий. Сворачиваем сюда. Я с базуки могу стрелять? Могу. Да-да-да. Парочка увидела. Быстрее, потва, потва, газуй. Потва. Молодец, потва. Так, ну и... Ну, мы уже рядышком. Блин, скоты. Беги, скачи. Да, конец связи.
нас только начало. Скук, скук. Так, еще один бог. О, сколько вот здесь, блин? Давайте сюда. Пойдем их. Так, ну мы уже почти подскакали. 500 метров. Это 50 метров. Угу, здесь в игре. И сейчас мы на кого-то там нарвемся. Что нам? А, полковник вот надо, значит. Что, с базуки что ли убить его? Или там колонна идет у них? Транспорт, ну-ка. Походу у них там идет колонна какая-то. В этой точке они будут находиться. Значит, колонну надо разбомбить. Сейчас посмотрим, кто там будет нас ждать. Куда свернут? Правильно. Так. Enemy presence detected. The map system updated. Там, наверное. Или нет, нет. Тут. У тебя спутник, что ли, здесь? Я думаю, здесь колонна будет. Ну ладно, сейчас узнаем, где они находятся. И жахнем. Так, жахнем. Давай, сканируем местность. Афганистан. Эпизод 8. Где они находятся? Быстрее, быстрее. Так, все. Спутник исчез, залазим. Задание стоит из двух частей. Крепость. Деревня. Вот оно как. Так, ну мы здесь рядышком. Вообще рядышком. Так, вот два. Люди здесь. Так, это вот деревня, значит, в этой деревне надо найти. Это что такое? Это не деревня. Это блокпост. Солдат. На этой винтовке у нас глушителя нету. Так что... Ты что, здесь один, что ли? Analysis complete. А где твои? Ага, вон он. Дружок будет, боец хороший. Если рядом будет, заберем его. Так. Analysis complete. Еще там вышка одна. Это что такое? Душевая или туалет? Так, а вот остальные где? В деревне сам. Сколько у вас тут-то? Analysis complete. О, так здесь большая деревня-то. Так, ну что нам делать-то?
шуму наводить или потихоньку прорваться. Так, вот еще один идет. Analysis complete. Вот вы бы как бы сделали? По стелсу бы? Или пошумели бы? Мне охота пошуметь. Сейчас посмотрим, кто еще есть. Analysis complete. И начнем заварушку сейчас. Так, ты там что-то у нас? Миномет? Да, миномет. Ну это плохо, что миномет есть. Так, это пошел наверх, значит. И за ним еще один идет. Пойдемте тоже наверх. Так, травку возьмем. Супчик сварим, приправим. Да. Вот пистолет у нас еще не прокачанный. Не дают нам прокачать его. Да давай, бей, куда ты идешь. Забираем. Первый пошел. Следующий. Даже пока не сказал. Ух, бросал через плечо. Отлично. Все, начинает скипиш. А вот отдача-то бешеная, бля. Полетел вниз он. Че, ты в порядке? Кто здесь? Кассетка? Штучки здесь, так, ладно. Да, я оттуда падаю. Так, что здесь еще есть? Так, может здесь ничего нету. Входим. Лежит кто-то, садись. Упадешь. Так, а ты у нас... Нет, ты нам не нужен. Там, где тут, блядь. О, то что надо. Буря началась. Так, а ты? Давай заберем тебя. Так, мы не забываем про задачу, нам нужен полковник. Не видно. Ой, тихо. Я думаю, сейчас упаду вниз. Ха-ха, сидит он, блядь. Замыкался, блядь. Фу, где? О, ты здесь с подушкой сидишь. А, тут сзади еще. Нет, как, а где аптечка? Почему аптечка не дает? Снэйк? Эй, Снэйк, бля. Че,
все заново, что ли? Мы же там поубивали их. А, не, нормально, все отсюда. Собирай быстрее, быстрее. Сейчас сюда, ну ладно, хоть сначала. Блин, путай кнопки эти еще. Блин, конечно, это буря, блин, зря поднялась. Где? Там в этой буре вообще видно, ничего не было. А ты нормально будешь забрать тебя, хоть и раненый. У тебя бронежилет есть, шапочка, ушаночка. А ты... Нет, не нужен. Опять буря, не видно. Когда надо. Эй, да. И ждем эту бурю здесь. О, запылил это все вообще. Кляк. Будет заходить сейчас. Переждем бурю. Чтобы видно было. Так лучше будет. Заходите. Чего, не поднимается, что ли? Его там ранил, наверное. Так, там кто-то идет. Помни, зайдут. Буря успокаивается, отлично. Так, значит, они там у нас сверху зашли. Сейчас мы тоже поверху пойдем. Лестница. Опа. Где ты? Откуда стреляешь? Первый готов. Ты явно не один, тут еще стреляет. Спрятался, блин. Где? Это что было? Тихо. Блин, это что? Стоишь, что, блин? Кто стреляет, где он, блин? Будто с пулемета. Ну-ка. Во. Ну нифига он с какой дали, ты херачишься, блин. Ладно. Давайте постреляемся. Блин, дождался. Не стану, блин. У меня снайперки-то нету, блин. Падай, блин. Так, я готов.
Там к нам сзади бы сейчас, по-моему, еще стоп, что ли? Еще сюда бежишь, что ли? Падай на. Того-то вообще, блин, достанешь, блин. Ты что, живой, что ли, еще бежит? Хера, блин. Ну как их стреляешь, что, не долетаешь, что ли? Да ну нафиг. Ну а у них, блин, долетает все. Ха-ха, оригинально, блин. Сами попросили за меня, сука, не иду, блядь, где-то я сейчас сам подойду. Здесь поближе. Чтобы, блядь, вы меня не доставали, блядь. А, вот такой здесь парочка. Приезжает мне. Все, самолет, миномет. Миномет у нас стоял. Быстрее, быстрее, пока не убежал. Сука, убежал. О, я пустой. Стоп, стоп, стоп. Быстрее, 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 быстрее. Да вы чё, прикалываете, что ли? Миномет этот херов. Давайте, 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 летите быстрее. Сорок метров, 30. Прием. Это я понял. Проверьте, но осторожно. Так, что, поиграем дальше? Днем. О, пулеметчик. Ладно, 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 понял, мужик, все. Вверх прорваться будем сейчас. Сверху. Давай, снэк, молодец. Спортсмен, блядь. Где этот пулеметчик, я? Сидит такой, не спалим. Я хочу, что, блядь. О, ништяки лежат. Это аптечки. Сейчас мы вернемся к аптечкам. Остальных здесь снимем. Где ты стреляешь? Где-то же... Вот, вот где... А, вон. Ты что, мужик, не уходи? Ёб, блин. Вернись, блин. Ну. Высунись. Стреляет опять, быстрее, снэк.
ебать, штыки все. Пулемет забрать хочу тоже. Пригодится нам. На базе на нашей. Так, а где там? Я тебя наеду. Ранен, да? Ладно, блин. Спасибо, потом скажешь, что я тебя спасаю. О, миномет тебя заберем. Экстракшн фейлд. Чувак, дохуй. Так, ну а полковник-то здесь даже не пахнет им. Зайти. Я думаю, вот наверху тут вот здание, может, там. Документы, может, какие есть. Ну, документы, я же говорил. Давай, 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 сканируем, показывай данные, что там. Вот и точка появилась. Отлично. На правом, блин. Чего? Три точки? Да, выбирайте. Ну а чё? Двигаемся там дальше. Здесь не убьемся, здесь прыгаем. Они что, к нам идут, что ли? Если к нам идут, то это хорошо. Вот сейчас позицию занять надо. Поближе подойдем. Вот ракетность-то у нее дальность-то не сильно большая. Чем они тут интересны? Машины это? Сейчас он коня свернут. Если к нам пойдут, то будем здесь ждать их. Вроде к нам едут. Ликвидируйте полковника, ладно, тогда будем. Так. Так. Это что, танк, что ли? О, бля. Это танк, ёшкин. Ты два танка все там. Не вижу, блядь, нихера. Хочу я на высоте. А, щемись, все, Снейк, беги, блин. А, охереть, вставай, 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 Снейк, Снейк, вставай. Да ну. А сука, он попасть в этот танк, чтобы он взорвал. Или вообще, если эта базука зовет, нет? Снейк! Да. Так, ладно, они к нам едут. Блин, где бы на эту позицию занять? Повыше залезть как?
На городе танки же по грамм не гоняли же. Так, здесь дорога. Туда. Сейчас посмотрим, можем туда забраться, нет? Давай сюда. А, походу ты хер здесь заберешься. Ну. Давай. Че, не заберешься, что ли? Ну, залезть в листья можешь. Ах, попал. О, задача выполнена, полковника взорвал. Снег, беги. Полковник в машине был, значит. Машину взорвал. Блин. Нравится дерзкие такие. Ну, ах ты. А чё мне танки? А, надо взорвать танки самому. Так, у меня зарядов нет. Один танк стал, я подбил его, значит. Отлично. Так, сброс припасов-то. Потом мы второго догоним, вот этот подбитый стоит, и, значит, попал в него там. Гусеницу, наверное, схерачу. Сейчас проверим, посмотрим. Давай быстрее, припасы нам. А этот, значит, бросил товарища и сваливает. Так, припасы летят. Где наш ход? Два. Да, прям с коняшки будем бомбить. Добить танк. Стоит. Да, подбит он. Ему оставался один выстрел, значит. Так, давай быстрее догоняем второй этот целенький еще там. Может, он один раз попал тут и все. Куда он поехал-то? Куда он едет? Шкерится на базу или что-то? Подмога будет. От плотвы не уйдешь. Плотва всех догонит. А ракета дура добьет. Так, по сокращенке. Блокпост. Давай, близко. Ах,
Отвернись. 300 метров. О, нет! Жесть. Первомаль там все костяшки. Бывает такое. Ну, сейчас ли не сначала? Нормально. Танк один еще есть. Опять от блокпоста вот здесь. Сейчас. О! Катюша, что ли? Установка залпового огня. Надо было, может сесть в нее можно было. Не взорвать. Пост, входим. Так, ну, догоняем, 100 метров осталось. Нам лишь бы подбить, уж он остановился. Шумит, едет, слышно. Никого нет. А, он на базу едет. Крепость вот. Точнее. Загорется, горит уже. Сам загорелся. Да. Свалим. Да. Миномет полетели на просто миномет. Да, покидаем зону. Миссия выполнена. Будем нарываться. Да что за зона-то вот? Зона-то большая. Там выйдем тебе сбоку. Есть поворот направо. Даже нормально выйти. Да нет, не там. О, это тут такая. Тут. Все, выполнили мы задание. Development project has been added. Фантом сидят. Все закончилось хорошо, отлично. Бойцов мы забрали.
пополнили армию свою. Так, а куда они убежали? Блин, я хотел животное забрать, кстати, что-то. Ну, убежал. Ну, ладно. So I say, let's help Emmerich defect. Once he's here, we can sit down and catch up on old times. Emmerich is currently at Sorak power plant. This is our chance. Boss, head for the power plant. Электростанции идти. Сейчас посмотрим задание. Мощные, внешние. Выполнили. Награду забрали. И осталось у нас последнее, 9-е. Что потом дальше-то будет? Покинем Афганистан или что? Или новую добавят? Так, значит, здесь надо как можно больше уничтожить боевых машин. Понятно. Так, а где-то электростанция? Карта. Эвакуация. А, вот она. Электростанция здесь. Ну, мы туда сходим после задания. Так, побочное задание. А, вот он, да. Отправляйтесь на электростанцию. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Понятно. Так, внешнее задание. Please select a mission. Поиск персонал, наем. А, вот этих точках можно искать, собирать их. Понятно. Так, база у нас там, что у нас появилась? Доставка наемников. И наша больничка, медпомощь. Отлично. Ну что, так стемнело быстро. У нас есть фантом сигарка. Когда время летит быстро, незаметно. Классная вещь, да? Это рассвет. Что-то плоту плющит аж. Вот и все. Постояли, покурили и не рассвело. Это сигара, так сигара. Ну, горы. Туман. Что там? Да, красота. Так, на этом, друзья, мы остановимся и продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи. Пока.